Девчуля, я сейчас буду завтракать. На завтрак у меня кофе, 2 ложки сахара, 2 бутерброда. Под низ я положила сыр сулугуни, это заместое масло. Вот. 2 таких бутерброда. Ну, тут еще сыр. Может, я его не буду, это просто остатки я сюда выложила, что осталось. Попью кофеек. Яночка у меня еще спит, сейчас я буду будить. И пойдем уже по делам дальше. Горяченький. Много вопросов полетело тогда. Что это за коммуналка, где я живу и так далее. Девчата, живу, у меня небольшая квартирка, всего лишь 20 квадратов, 2 комнаты. Это вот моя комната, тут и холодильник, и все, потому что это коммуналка. Это вот 1 комната, 10 квадратов. И 2 Янина комната, там тоже 10 квадратов, всего 20 квадратов. И общая там кухня, туалет, душ, все общее там. Заштойка там, дверь, и в общем... Да, общий идет. Это чтоб не заглядывали соседи, как всегда. Знаете, как в коммуналках же всегда заглядывают какие-нибудь соседки. А вот. Вот так я живу. Мы живем с Яночкой. Хорошо, хоть 2 комнаты. Все равно с детьми надо, чтобы у детишек были собственная комната. Сейчас еще поем, губки накрашу. Вот моя помада. Ее уже, кстати, почти негде купить. Там мне вот один раз попалась где-то по распродаже. Уже заканчивается. Так что попробуем. Божественно. Как же вкусная рыбка с утра. Со сладким кофе. Изумительно. Девочки, рыба получается вообще недорого. Этот брикет купила за 250 рублей. Так мне его хватит минимум на 3 дня. Даже больше. Ну, больше хранить не надо открытую, то есть портится. Можно порезать там, в морозилку засунуть. Яна просто меня такое не любит, не ест. Раньше ее трескала, я ее прям вот так порежу, она ее лопала вилкой без всякого хлеба, без всего. Я специально для нее брикетик покупала, делила на 2 раза, чтобы омега-3 она получала. Сейчас она сказала, фу, не хочу. Вот. А мне одной хватает этого, я говорю, на 3-4 раза. Так порезала, морозилку убрала, все. Ну все, девчоночки, сейчас я доем. Допью кофе и побежим. Целую вас. Всем привет! Привет! Вы на канале С30. Я Света. А меня зовут Кристина. Две сестры, вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Худеем дальше. Девчата, ветер сильный очень. Так что я буду... Кто спрашивал, когда мы будем купаться? Девочки, вот. В конце недели будет 1 июня. Вот, надо одеваться. На улице плюс 10 градусов. И жуткий ветер. Вот сейчас рано утром, плюс 10 градусов всего. И позагорать не получится. Мы очень тепло оделись. Очень-очень холодно на улице. Вот так вот раздеваешься. Утром у меня, я посмотрела, у меня мои все косухи на работе. И я шла в теплой кофте. В теплой кофте на работу. Девочки, вот, смотрите, видите, несу. Потому что у меня рука нужна перехватывать телефон. Девчата, я не знаю, что мы за блогеры такие, но мы все время теряем нашу селфи-палку. Я не знаю, мы где... первый раз ее потеряли. Да мы каждый раз рассказываем, что мы то новую купили, то еще что-то, и постоянно мы ее просто клали, а потом находили у себя же. А сейчас мы вообще ее потеряли где-то на улице. Где-то на лавочку положили, наверное. Да, тогда мы находили у себя ее. Вот такой мешок я несу. Это мы на, девочки, накопили немножко бракованных вещей. Несем в церковь. У нас там поменялись планы. У нас перенеслась тренировка с дня на раннее утро. Вот мы идем в тренажерный зал, позанимаемся вместе с этим пакетом, а после этого по пути опять в офис закинем в церковь вещи. Ну, Витя. Да, у нас тут куча вопросиков.
Первый комментарий. Клуб в Малине. Что-то мне поплохело. Я фантазию летнюю вспоминаю, когда вы идите в Малине, сидите солнечный день у бабушки на даче, и там в Малине попадается клопик. Девочки, клоп такой зеленый, лесной, вонючий, огромный. Даже если он убежал, он где он сидел, там все равно уже вкус останется от него. На Малине остался вкус клопа. Да. Насиженное вот это место. Ой, там зато в оправдании кинзы написали, вот это то же самое, что оливка и что-то еще. Вот-вот, маслины там, оливки вначале же тоже не все потом любят. Потом распробуйте, от ушей никому нет, да. За уши не оторвать. Раньше маслины тоже не любила, а сейчас обожаю. А мне как-то они сразу понравились. Просто единственное, когда первый раз маслины увидела, я подумала, какие-то будут насыщенные сладкие ягоды, я почему-то подумала. Или сладкие, или как соленый огурец. Потому что я не могла понять, что будет внутри. И произошло небольшое разочарование от внешнего вида и вкуса. А потом такая думаю, да вроде ничего, какая-то трава насыщенная. Какая-то зеленая насыщенная жирная трава. Девчата, у нас тут такой комментарий. Сейчас все трясется немножко неудобно. Секундочку. Светочка, хабари какие-то ты тоже носишь большие. Ну, я сейчас Яну буду встречать, одевать, похолодало. Вопрос такой женщина задает. Зачем вы худеете женщину? А, да, я тоже его заскриншотила. Чтобы что? Одеваться красиво можно и полным. Важен вкус, а не размеры тела. Личико возрастным легче сохранить красоту, имея лишний вес. Кожа гладенькая, для сохранения каркаса необходим жирок. Только надо научиться мейк наносить. Например, черные бровки ни в коем образом не украшают блондинок. Ну, у каждого свое мнение по поводу блондинок. Да там вообще под каждое предложение. Да. Потому что тут это точно навязывание такое своего мнения, раздавание советов, как говорится. Счастье не весь. Так, например, черные брови ни в коем образом не украшают блондинок. Даже Ераш. Ну так, не могу понять, что простите. Вы как лошадки загнанные. Простите, не хотела обидеть, просто со стороны так увидела. Возможно, через собственную призму постоянного контроля за собой загнанные лошадки. Ну, может, через себя у девушки призма, что она загналась. Не знаю, в каком месте мы загнанные. Ну, не, конечно... вот, может быть, раньше можно было так сказать, что загнаны. Поставим ролик. Мы сейчас работаем на любимой работе для себя. И каждый день, конечно, работаем, но при этом мы ходим в тренажерный зал. И уж дочитай в каком месте загнаны, непонятно. И всегда люди, которые делают такие комментарии, всегда... Ой, простите, не хотела обидеть. Простите, не хотела обидеть, просто со стороны так увидела. Я мечтаю расслабиться, но уже не выходит. Смотрите, вы, наверное, себя загнали, ну, а почему-то лучше не-то мы. Девушка сама, наверное, устала. Постоянное чувство вины, недовольство собой. Ой, а мы, наоборот, так рады сейчас, и вы довольны собой. 10 лет назад сбросила 60 килограмм, до сих пор держу. Может ну, быть, вот вы устали держать этот вес? Вот вы скинули 60, вроде, наоборот, должно полегчать. Но чего ну, мне устали, это стоит? Держать. Если бы вернуться туда, очень вероятно, я бы не выбрала тот же путь. Вы можете вернуться в любой момент туда. Это легко один сделать. Один год поешьте, вы 60 килограмм наедете. Наберете, еще плюсанете, еще больше. Ну, по крайней мере, этот же обратный вес очень легко за год набрать. За год. Ну, даже вот 10-20 килограмм можно за первые 3 месяца набрать. И дальше... Неужели вам правда хочется вернуться в тот вес? Девчата, мы... Так, мы в тот ролик... Вставили мой момент. Нет, мы вот сейчас будем вставлять. А, мы сейчас будем вставлять? В этот ролик? Да, скажи, ты его так рекламировала на контроле? Девочки, вот мама, точно такого же размера, как и зеленая. Хороший, большой размер. Много-много людей каждый божий день мне пишут, что какая жирная была, такая осталась. Прям так пишут. Девчата, вот честно, мне это слово настолько не обижает, вот это про жирную, я это слышу всю свою жизнь.
Мне, если бы я, мне написали тупая там или еще, мне бы это даже больше обидело, чем жирная. Это какая-то очевидная вещь. Причем, которую можно исправить. Вот. И вы просто посмотрите, что на самом деле по сравнению с сейчасшним весом, вот где я жирная. Там мы только один ролик ставим. Завтра мы и второй роличек в конце видео вставим. Я уже накидала, нашла два. Очень интересных, вам понравится. Девчата, я теперь понимаю, почему у меня болел всю жизнь голеностоп. Потому что у меня вся туша на таких тоненьких ножках внизу держится. Я только сейчас это так хорошо, отчетливо вижу, когда пересматриваю те старые видео. Думаю, вот внизу, и вот это вот место, у меня не нарастает жир вокруг, вот, Светочка, покажи. Вот вокруг, вокруг вот тут ноги, в самом низу, вот тут вот, да, голень. Вот тут не нарастает жир. Знаете, бывает у некоторых, вот икра поправляется, и вот эта голень зарастает тоже жирком. А у меня на вот этой тонкой кости держалось все 130 килограммов. Как поросенок, знаете. Вот и вы спросили, почему вы худеете. А вот вам не тяжело было плюс 60 килограмм носить этот вес жуткий? Вот и тем же голеностопом или там, я не знаю, животу, спине. Ну да, смотря что у вас полное было. Не тяжело было? Плюс 60. Как вы хотите, зачем вы хотите возвращаться туда? Мы наоборот загнанные лошади, знаете почему? Потому что мы не паримся. Нам хоть и пишут, вы сколько лет будете канал вести, вы худеть так будете 10 лет. Да и ладно, мы будем 10 лет худеть. Так нет, вы же похудели, это же наоборот классно. Это наоборот счастье, нет, вам видимо, легче. Смотри, видимо человек быстро похудел, ему настолько тяжело держать тот вес. Ну, я-то худею очень медленно и перестраиваю свои пищевые питания. Если вам тяжело, перестаете что-то в своем образе жизни. Может быть, вы настолько маленькой калорийности какой-то держитесь, устали. Плюс с какими-то тяжелыми тренировками, может вам поменять что-то на легкий фитнес, например, или на бассейн, еду включить какие-то... Ну да, бассейн так это вообще включить красота. Какой-то раз в месяц читмил. Я сомневаюсь, что вы если держите вес, вы прям поправитесь, если вы реально один раз в месяц будете читмил устраивать. Конечно, это тяжело. В первую очередь, для чего вы худеете? Это для здоровья и чтобы самому себе нравиться. Ну, да. А не чтобы там вещи какие-то носить. Вещи это уже бонусом носить. А я это, как вы там написали, я вещи себе хорошие и в жирном весе покупала, да. В сильном. Я сейчас и краситься, это вообще, об этом даже разговоре нет. С 15 лет, там, с 13 все красятся. Мы когда начали канал вести, это просто у нас настолько, настолько у меня не было денег, что вообще и забила на себя, носила вот такое тряпье, что мне было вообще все равно, что я надела на себя. Все. Это нижние часовки, да? Это вообще это передняя дельта. А, да? Это мышца плеча передняя. Ее функция – отведение плеча вперед. У средней дельты – отведение плеча в сторону. У задней дельты – отведение плеча назад. Угу. А у передней – вперед. Вперед. Угу. Бабушки, соединили локти круглые с этой стороны. Вот так. Вот, локоточки маленькие. И до подбородка. Да. Помой руки. Помой, да.
Выдох, опускаем вниз, 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 вниз. Это движение вот, просто поднимаешь вперед. Поднимаешь вперед. Мы так делали, мы диск поднимали, гантели так поднимали. И считай 15. Так, Кристина, может, по 20? Да, да? Что-то тут в камере поморзла. Вообще не обращай внимания на цифры. Ну, поверь, вот первые цифры. Я слежу, да не знаю, у меня отеки могут быть. Это чисто мне такое свое. Я даже не парюсь. Я опять хочу. Я что-то стал меньше. Я даже пришла. Осталась кожа. Кожный волос. Да, может такой. Он не плотный становится, он становится таким отдельно прям оттягивается. Это же что ту же Таня Певра худела, а не последнюю. Так не надо было ее первую юниту. Что я пошла? Пятерочки почему-то стоят. Что там? 5 килограмм. Наложал. Ага. Ну вот. Наложал. Надо бы его поменять местами, да? Вот, четверка нам. Зашла? Ты думала, у меня двоится в глазах. Блин, это не тот. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be. Шеи, она трапеция. Вытолкнули его из спинки, гриф вверх. Ноги выводим чуть-чуть вперед. Лопатки собрали, пресс напрягли, взгляд перед собой. Таз отводим назад и корпус наклоняем вперед. Колени при этом остаются над пятками. То есть не вперед их выводим и не уходим вот так, напрямую вот так. Так, внимание, вниз, вдох, вверх, выдох. Пусть это будет вот так. Ага. Выдох, но при этом класс я не максимально. У тебя-то бедро длиннее, поэтому ага. Ступенечка дальше стоит. Вдох. Ага. На улице.
Я иду в парикмахерскую. Пошел дождь прям сильный уже. Девчата прячутся вон под крышей, катаются. Дочка и с подружкой. Вначале мы пошли вдвоем, потому что это вторая девочка, дочка парикмахера. Мы придем, они там просто будут играть. А третья девочка, это школьница. Мы просто сейчас подруги встретили. Ну, она сейчас поиграет чуть-чуть и пойдет домой. А мы в парикмахерскую. Вот. Здесь дождь закончится. Прям сильный дождик. Дождь прям. Девочки, подходим в парк подобного. Да. Дождик, знаете, такой мелкий пошел, и все, потом все, закончился. Мам, а можешь меня сфоткать вместе? Главный вход в парк имени подобного Максима. Там музей. Иду, иду, я вас догоню сейчас, девочки. А нам в другую сторону, в парикмахерскую. Туда. Опять дождь пошел. Что-то лето не приходит. Один денек побыло, два, и все. Уже многие аттракционы готовы к курортному сезону. Ну, прохладненько, видите, все в куточках сидят. Особенно если с утра так очень холодно. Девчата, уже идем, уже подходим. Так как я с детьми пошла, вышла за 2 часа. Мы 2 часа где-то идем уже. Пока качель туда-сюда, в общем. А так тут идти 1:20 где-то пешком. От моего дома до парикмахерской. О, девчата, с ума сходят. Шиммер. Парикмахерскую. Поднимаюсь. 2 часа, надеюсь. Успею за пару часов. Здравствуйте.